Всем привет! Меня зовут Алина, и я мастер-технолог студии Жанны Максимовой. Я очень рада приветствовать вас на моем онлайн-курсе по наращиванию методом Биолента. Наращивание методом Биолента является одним из самых востребованных методов на сегодняшний день, так как волосы многих девушек пострадали от коронавируса, после которого капсульное наращивание не может решить их проблему. После моего курса вы станете не только высококвалифицированным мастером, но и мастером-технологом. А самое главное, вы расширите спектр ваших услуг, повысите средний чек и привлечете еще больше клиентов. Вас ждет практический курс, на котором собраны все знания, основанные на многолетнем опыте наших мастеров и технологов. А теперь приступим к теоретической части. Метод Биолента был разработан трихологами и является одним из самых безопасных и востребованных методов наращивания. А сейчас я расскажу основные преимущества Биоленты перед другими методами наращивания. Первое. Биолента абсолютно безопасна благодаря экологичности своих материалов. Второе. Нет потери в длине при коррекции. Третье. Метод Биолента экономит ваше время и время вашего клиента, так как на коррекцию уходит примерно 1,5 часа. Также Биолента экономит и деньги вашего клиента. Цена на коррекцию варьируется от 30 до 70 долларов. Также Биолента может решить проблему удлинения волос, загущения и даже повторить самое сложное окрашивание. Кому же подходит Биолента? Биолента подходит для девушек с редкими, тонкими и ослабленными волосами после коронавируса и даже с частичным выпадением волос, связанным с гормональными изменениями в организме, и даже с заболеваниями, повлекшими за собой выпадение и истончение волос. Точка. Биолента также может решить проблему девушек, пострадавших от неудачного окрашивания или любого другого химического воздействия. Там, где капсульное наращивание бессильно и небезопасно, на помощь приходит Биолента. Но у Биоленты есть свои минусы. Например, Биолента не сможет перекрыть ровный и густой срез, а также ограничивает количество причесок, которое позволяет сделать капсульное наращивание. А в следующих уроках мы более подробно поговорим о волосах.